Здравствуйте, дорогие подписчики и телезрители канала YouTube. И вот я подошел к 50 тысячам просмотров. И в этот день я для вас сделаю обзор на игру Metro Last Light. Это продолжение Metro 2033. Ну, подойдем, послушаем, что они там говорят. Эти что-то сидят, где один лежит, один брончит. Что-то брончание его не слышно. И двое смотрят на гитариста. А этот больше долбится, блин. О, сколько костей от у него. Походу еще и ретро есть. Ладно, пойдем дальше. Здорово, Артём. Приветствую вас. Да, сразу же тон дали. А я вот на выбранце всего года гонял, пока меня в орден применили. Так о чем мы там? Не знаю. Я вас не могу... Этот что-то кушает, а непонятно, что он ест. И плав сколько хочешь. А мне как-то не по себе. Не можешь быть так хорошо. Да ладно тебе. Этот что-то сидит и пишет. Походу писарь. А этого жалко. На инвалидной коляске. Без ноги. А там больных лечат. Тоже. Как говорится, блин, жалко их. Как говорится. А это что-то смотрит, исследует, пишет в заметке. Ой, какой туалет, фу, гадость. Вообще мухи, блин, тут летают. Это что-то стоит, моется. Ну, пускай тренируются, господи. Это для их же блага. Ну что, пойдем дальше. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тот же. Так, идем. Куда мы идем? А вот сюда мы идем. Потом спрыснем. Ничего ж ты мне дашь? Нормально. Да я-то знаю, по 2033, по первой игре. Ну а что дальше ты мне дашь? А, понятно. Так, аптечки тоже берем. Да ладно. Отлично. Потом у любого торговца ты сможешь найти кучу обычных патронов и купить нужное снаряжение. Так, хорошо. Тап это у нас. Просматриваем тут, что у нас есть. Понятно. 15 минут противогаз. Ну, с фильтрами. От радиации 5 аптечек. Что у нас дальше идет? 120 патронов для дробовика, 90 патронов для пистолета, 30 патронов для винтовки, 319 патронов для автомата и 160 пулек денег. Так, оружие. Ну, значит так.
Выберем вот эту. Так. Тюнинг. Так. Теперь здесь мы поставим, пожалуй-ка, калашников. И глушитель. Так, а здесь мы поставим... Не, это мы брать не будем. Вот это возьмем. Так, и прицел на него поставим. Ну, где мишени? Ну да, естественно. Нет, что-то не хочется. Ух ты, столовая. А мне покушать, да, как говорится, дадите? Что тут у нас? Так, похлебочка, да? Некоторые завалины дали. Какая-то она вся овощная получается. Значит, не дадут. Ладно, пойдем дальше. Открывайте ворота! Ты промышлил чего-то, признал? Реакционно! Открывай! Уже взяты за самую лабораторию, спросил. Что? Что он там уже натворил? Основа! Ладно, пошли! Разработчики заявили, что клали все, что могло потребоваться в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жом не работал. Такую гробницу мне этот бункер не напоминает. Перестань идти в ерунду. А сокровища, которые ходят в путь, послушаем, что он говорит. Оружия множество, за ней гордость и богатство неизвестно. Похоже, правда? Вот только гробники не нашли, а все именно ждали проклятия. Как, ты заслушаешь меня? Говорят, ты что-то натворил! Вот дерьмо! Да, внутри там что? Сейчас мы полковник Железницкого и раскаленную арматуру на загоне глубоко в душу. Это как его пошлые ребята. Да, это мы дешево взяли, но только тут выхода до входа. Целый город, остальные идти в Крюнгера. Худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам убить?
что если мы с ними просто не совместим? Я кроме тебя, Артём. Да, да, да. Танцер, лучший боец ордена тоже. А если не он говорит, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Да, обязательно съедят, но мы этого не допустим. Так, что тут у нас? Так, Артём, Танц, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел темного. То есть одна тварь жива? Сядь сюда. Счастье? Как, что за бред? Черный худший из всех угроз, как и не стал того-то орден. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет на кучу снайпер. Она. Ох ты, Аннушка. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как он? Взять его. Убийца, вы совершаете ту же ошибку. Нет, я выполняю свой долг. Вывести его. Артем, это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Да, вы, наверное, успел. Если он такой, как говорится, такой бред несёт. Ты мне будешь нужен здесь. Вперёд. Что за сын, кролик? Давай больной. Схуяли я кролик. Артём, скажу прямо. Чёрный тебя чувствует, так? Значит, ну, так. Но знай, Анна и правда лучше знает. Если может, не сомневаюсь. Контроль, у неё будет две цены. Так что, осторожно. Хорошо. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит управление. О, а вот и первая папочка. Ну, может, что-то... Ну, может, что-то и верю ему. Может, что-то и верю, а может, что-то и нет. О, вот и наш транспорт приехал. Слышь ты, как говорится, крольчиха, блин. Сама меня обзываешь? Это место себя исчерпало. Угодно Слава металл и стекло. Ничего и никто не могло увидеть в этом аду, но Хан нашел там черного. Это мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Решить начатое. Так, ну что, едем. Что тут темно тут? А у меня фонарик есть, интересно, или нет? А сейчас фонарик кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги тёсы. Так,
Пока заряд нормальный. Спасибо, удачи не помешает. Что тебе, Анушка? Так. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Ну, открою сейчас. Спасибо тебе. Ну что тут взять на рубильник это раз и все. Нажал. Ну ты какая байфая, ты смотри. Так, по плану впереди вход в коллектор. Блин, а у него что-нибудь есть? Нету, так, а у него? Иди вперед, о, я за тобой. Пульки. Еще плюс 10 патронов. Давай, выходи. Ничего не запачкаешься. Да ладно, ладно, захожу. И не надо глазками сверкать. Давай, Макрара. Сейчас, погоди. Приду. Господи. Одни трупы валяются. Тут, похоже, вся семья погибла. Господи. Да блин, чё ж ты застрял? Вперёд. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Я не кролик, я Артём. Надевай противогаз. Ну ладно, одену. Все, полезли. Ой, да ладно, больно надо. Помоги, так? Да помогу сейчас. Знаешь, что я тебе скажу, Анушка? Ты еще в этом противогазе еще сексуальнее выглядишь, ё-моё. Господи, какой туман, а? Побежали, побежали. Ну, неуязвим это, да? Ладно, ладно. Ой, господи. Ой-ой-ой, это противогаз надо вытереть. Да хорошо, хорошо, прикрывай. Еп. Так. Ой, господи. Так, по пульке забрали и пошли дальше. Так, противогаз вытерем. Так. Где? Так. Где они? Держи.
Давай, перезаряжай ее быстро, блин. Есть, положили. Да цел, цел. Так, минута, надо сменить фильтр. Да хорошо, я попёр, господи. Пиздец, жуть какая. Это что за хрень такая ползает? Где он? Где он? Куда ты, падла, подевался-то, блин? А ну стоять! Стоять, я тебе сказал, куда пошел? Ух, сколько их, ёперный театр. Это что еще за хрень такая? Спасибо вам, ребята, что вы меня смотрите. Спасибо, что вам нравится мое творчество, которое я вам преподношу. Еще будут видео, но в следующем месяце только. С вами был Жуков-100. Спасибо за внимание. Спасибо еще раз, что вы смотрите меня. И всем удачи, и всем пока.